будешь удивлен, но именно тебе я хочу подарить данный нож ценой 10 тысяч рублей. Чтобы получить тебе его, надо подписаться на мой канал, поставить лайк и писать чем можно больше комментариев, указав ID ВКонтакте или Телеграм. В случае победы я только так смогу с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик и именно там подведу итоги. Каждый день я отдаю очень много скинов, поэтому тут все прозрачно и честно. Желаю тебе удачи и погнали смотреть ролик. 10 648 рублей баланс на CG дропе, и прямо сейчас мы продолжаем нашу вчерашнюю рубрику, когда мы открывали самые дорогие, самые мощные и самые окупные кейсы. Долго затягивать не буду, давайте сразу будем приступать, потому что кейсов нереально много, и мне очень сильно понравился вот этот кейс. Мы вчера с 5 раз нам выдал 20 тысяч рублей. Хочу попробовать снова, поэтому 10 тысяч на балансе, но давайте честно, десяточку никто не закидывал. Здесь есть самый рабочий и самый лучший промокод, который только есть PRKS. Каждый раз, когда ты будешь депозитить, ты будешь получать ровно плюс 11%, и это абсолютная имба. Вот представь, любая твоя сумма, будь это 10 тысяч, 100 тысяч, либо 200 тысяч, да без разницы, всегда будешь умножаться ровно на 11%. Да, ты прав, 11% это не такой большой процент на пополнение, но здесь, на этом сайте, это самый лучший промокод. Также он дает самый большой процент, и он тебя окупит, поэтому если будешь играть, обязательно используй его. Также он дает тебе бесплатный прокрут барабана бонусов. Когда ты зайдешь и прокрутишь его один раз, можешь ввести мой кодик, получить еще одну возможность прокрутить ее и получить какую-нибудь приколюху. Я больше всего люблю, ну вы, наверное, все уже знаете, это скидка на кейс, потому что моя рубрика начинается с 10 тысяч рублей постоянно, и я всегда иду с десятки. Сейчас выпал кейс за пополнение, ну тоже, кстати, неплохая тема, потому что кейс стоит 500 рублей, ты закидываешь 1000, получаешь плюс 500. Ну ладно, мы начинаем, 10 тысяч рублей прямо сейчас, и вот я не знаю, давай, наверное, кейс с подарками, давай, наверное, на 5 раз, начнем именно его, потому что в прошлый раз, когда, да, ну это не то, чтобы там, знать, я живу воспоминаниями, просто на прошлом ролике он нереально нас окупил, плохо, хорошо, плохо, ай-яй-яй, хорошо и отлично, ну такое, знаешь, не скажу, что вроде бы и нормально, не скажу, что вроде бы и плохо, 10 тысяч рублей осталось, как бы минус 300 рублей не критично, еще раз хочу, отлично, фигня, 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 ну, ну такое, хорошо и неплохо, нормально тоже, то есть второй раз открыли, второй раз он дал нам минус, но тем не менее он дал минус 500 рублей, не супер критично. Давай фейерверк. Будем, знаешь, как я предлагаю пойти вниз, потом вверх, а потом пойти на самые дорогие кейсы. То есть чем дальше у нас сегодня ролик будет затягиваться, тем будет интересно. Кстати, вот кейс фейерверк интересен тем, что здесь нет ножей и перчаток, но здесь куча-куча красного. Вот один прекрасный момент, я словил себя на мысли, что кейсы... Ай-яй-яй, подожди, хорошо, хорошо. Ну, как будто бы такое, да? Вот вначале он начинает окупать, потом начинает сливать. Ладно, давай попробуем 3, 20, 24. Даже можем попробовать 4. Что думаете, 4 нормально или нет? Давайте попробуем. 8096, ржавый кобальт, великий демон. Да вообще все скины, если взять. Вот сет перебоя, скоростной зверь, ржавый, великий, азимов, пустынный, кровь в воде, убийство. Дань уважения, это все дорогие скины. То есть, если вот так вот, в принципе, на кейс смотреть, кто разбирает в ценовой политике именно на по скинам, можно сказать, что здесь скины просто нереально дорогие. Но и кейс стоит 2000. Нападение Жорика 2000, хорошо, блин, а вот это не очень хорошо. Нападение Жорика за 2000, я это понимаю, это очень крутой скин, но дань уважения за 1000, топливный инжектор за 500, это уже вообще никуда не идет. И вот у нас пока есть 6600, есть вероятность, что я могу слить. Давай опустимся в самый низ и попробуем открыть, знаете, какой кейс? Я даже тебе подскажу, какой. Где-то он здесь находится у меня, либо золотой. Нет, золотой, наверное, нет. VIP Colors. Да, да, да. Давай только не золотой, а VIP Colors желтый. Как вы думаете? 6817. 6666 у меня баланс. И это круто. Пламя, осторожно, бульдозер, поклятие попа. Довольно-таки прикольные скины. И все это за 6000 рублей. Let's go, попробуем. Честно, я верю, что он окупит. Потому что до этого у нас что-то прям знатненько так подскомнуло. Но только не дань уважения. Сколько? Вопросов нет. 7000 рублей, это неплохо. Блин, можно было бы маленько подкрутить, чтобы можно было открыть синий. Ну ладно, я вот не знаю даже, если мы купили желтого, стоит ли нам идти в красный. Наверное, давайте попробуем. Плюс-минус такой же кейс, только абсолютно все красное. Открываем ровно на 5555. И сейчас, блин, вот давай честно. Просто возьмем... Блин, вот если бы было убийство, было бы вообще обалдеть.
1300. Это прям совсем плохо. 2000 рублей. Насколько плохо сейчас наши дела? 2699, 2937, 36. Вот этот кейс мы могли открыть в прошлый раз на 5 раз. И он нам выдал 20 тысяч. Но когда мы откроем его на 2700, блин, я не знаю, я думаю, что он не выдаст. И, честно, я маленько в замешательстве. Потому что я думаю, что сейчас ролик пойдет маленько не в то русло. Но есть пару трюков, есть пару кейсов, которые, в принципе, я думаю, могут. Знаете, я думаю, могут. Такие кейсы, как мандарины. Чем он отличается от фейерверка, который мы открывали? В нем есть ножи, и в нем есть перчатки. И 1245 рублей, если мы прямо сейчас открываем, и он каким-то образом нас окупает, черт возьми, это будет просто прекрасно. Поехали. Пожалуйста, жижи. Вот просто 700. Неплохо. 1175 неплохо. 657 неплохо. Ну, знаешь, вот с одной стороны неплохо, с другой стороны хорошо. И 2000 рублей вообще прекрасно. Даже такое ощущение, что мы можем открыть фейерверки теперь на 3. Нет, на 3 не можем, не хватает нам 20 рублей на 2. Я, конечно, думаю, что вот этот кейс на 100% не окупит, потому что мы его уже открывали, он не окупал. Но давай попробуем. У нас еще куча бесплаток с вами, поэтому сегодня... Ну да. Давай, наверное, вернемся и попробуем еще раз мандарины. Все-таки 1245 рублей в 2000, мне кажется, смотрелось намного лучше. Отлично! 784, просто прекрасно. Ну, слушай, ну вот это мне нравится больше. То есть, подождите, дешевые кейсы на GG окупают, а дорогие нет? Или как это происходит? Почему мы открываем уже два раза один и тот же кейс, и он нас окупает? Опять он должен нас окупить, смотрите. 2000 рублей, это же прекрасно. Можно попробовать, знаете что? Типа что-то типа мистер кейса, но это угадайка. Я знаю, что иногда сыпет очень много, иногда ничего не сыпет. Но давай говорить честно, у нас 2000 рублей, баланс был десятка, нам нужно, чтобы нас окупило. И пока что окупа нету. Зато есть 1800 рублей. Давайте сделаем так. Попробуем открыть бесплатные кейсы прямо сейчас и потом попробуем сделать апгрейд. Я хочу вернуть все, что я потерял, плюсом я хочу попробовать сделать, ну, такой, знаешь, небольшой риск. Продаем бесплатные кейсы. Бесплатные кейсы и получаем 14 тысяч, что? 14 тысяч рублей? Что выпало? Я даже и не понял. Так, я не понял. Ну и ладно, и хрен с ним. Ладно, мужики, 14 тысяч, это я просто открыл 4-5 бесплаток. Короче, когда будете играть, не забывайте, что у вас бесплатные кейсы, потому что может выпасть вот такая вот история, а я открываю кейс закаленное в боях ровно на один раз, и после этого давайте сделаем парочку апгрейдов. Ну и, конечно, не забывайте про промокод, который ты видишь на экране, потому что он самый рабочий и самый лучший. Если ты будешь его использовать, во-первых, ты будешь окупаться, во-вторых, он дает самый большой процент. Ну а сейчас, я думаю, давай попробуем сделать пятнашку. 15 тысяч, это будет просто обалденно, баланс будет 20 тысяч. Не будет.